Хейл. Гейс. Так. Да, все идет нормально. Так, мы закончили с вами на том, что я убил нового босса, мы с него выбили. Зачем ты сальто делаешь? Так, сохранюсь на всякий случай. Мы выбили с него охерительную топорик, я уже, конечно, его прокачал. Так, нужно поговорить с ним, с Вэхером. Вэхер больше тебя не А, беспокоит. окей. Значит, эпоха когтей и крови закончилась? Но тебе еще есть что доказывать. Без проблем. То, что ты пережил это испытание, говорит о твоей силе и о том, что шрамами покрыто не твое тело, а твоя душа. Как мне отсюда выйти, не разговаривая с ним? О, все, ништяк. Блин. Шет. Мне нужно еще немного уровень, чтобы апнуться. Тогда что мы делаем? Мы бежим сюда. Быстро разговариваем с девкой той, или с кем мне нужно было там. Так, сразу поставим, давайте, метку. Найдите, убейте безумный камень. Вы нашли пропавшего хранителя. Так. Краж жизни. Все. А, с хранительницей имеется в виду с этой. А я уже побежал к торговке. О, блин, я думал, тут сокращение пути мне сделали. Думаю, ништяк. Не замечал эту статую. Так, говорим с ней и уходим. Ты мир спас наш мертвых. мир, всадник, и за это я тебе благодарна. Но только время подскажет, лежит ли твой путь во тьму или выводит на свет. Искра жизни. Что было большим грехом? Создать чудовище или послать тебя убить его? Как бы то ни было, с ним покончено. Значит, наконец-то кошмар Хорна закончился. Я до сих пор вижу искры жизни, мерцающие внутри него и превращающие его в шлак. Пусть камень простит нас, всадник, но я не могу простить себя. Окей. Давайте посмотрим, может у нее что-то есть ценное новенькое. Ну, 67 кусков. Здоровье за казнь. Затрат ярости. Ну, как я понял, у меня способности на самом деле что вообще не актив. Аж, ох, нихера, у меня на троечку. 14 уровень. Улучшить. Улучшить. Но смысл, это я не прокачаю. Способность недержимость. Недержимость. Как сила смерти, дополнительно увеличить стоимость. Во время действия увеличивают силу. Когда удар увеличивается. Блин, ну. Я прокачал, в принципе, что мне только нужно было, да и все. Урон еди. Такое. Такое на самом деле. Блин, не, ну как бы ультимейт, скорее всего, 800 урона. Чисто только ради ультимейта можно прокачать вот это. Чик-чик-чик. Сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ну, в принципе, одинаково, поэтому давайте я по низу пойду. Хотя... Урон от критического удара увеличится на 20%. Вероятность критического удара увеличится... Ну, короче, да, но лучше это прокачать, да и все, до сюда, до конца. Применить. Всадник. Да. Удачи тебе. О, спасибо. Она мне пригодится. Мне еще осталось 2 уровня, в принципе, почему-то. Да, апа шкалашница. Ладно. Так, карта. Древо жизни. Пробел жму. Пробел. Да.
А вот теперь мы можем отправляться уже в иной мир. Только, блин, нужно было с торговцем поговорить насчет вот этих амулетиков костлявых. Еще мне нужно ключ с драконами открыть как-то. Тоже немножко непонятное. Там типа что у нас закрытые врата на какие-то элементы непонятные. Типа и ключ не возьми где находится. А, пойдем пока что куда можно. А это новый локейшн. Даже не локация, просто мир. А, по сюжету сейчас этот пройдем. Можно, в принципе, отправиться в горнило. Но давайте лучше в горнило. Блин. Ладно, не, давайте, короче, по сюжету, а потом в горнило. Не место для лошади. Почему? О, можно. По идее, оружие здесь получше будет дропать мне. Единственное, что я себе с этой земли еще немного себе проспойлерил, что потом другую часть игры мы будем играть только с пушкой. В основном. Этот моментик меня огорчил. Типа я не смогу в рукопашку драться, ну как, потому что там в основном будут меня штурмом херячить. А я буду их бам-бам, бум-бум, бабим. Расстреливать. Привет. О, реликв Этугота. Обычная реликвия дома Этугот. Благодор так. Благородного семейства, занимающего магией. Продайте этот предмет Астеготу и получите награду. Давайте я их в кучку. В кучку. Что? Ай. А ну подожди, мне нужно разобраться. Хотя бы реалистичнее, они уже распадаются. Я понял, новые земли вылазят. Я думал, уже такой, что ло за бред. Здесь я не думаю, что у нас будут проблемы. Ай, ладно, не буду их убивать. Эх, нафиг. Так, вот сюда мы сейчас пойдем. Ай, нужно было посмотреть добивание. Так. Это у нас логово изложенного короля. И золотая арена. Ай, блядь. Так. Во-первых, найти и убить Эхидну. Хорошо. Найдите и убейте короля. Но это здесь. Камни повсюду. Давайте пойдем короля грохать. В принципе, время, почему? Почему бы и нет? Вау, нет, двери классно выглядят, такие черепки. Это ворота так закрылись? Да, с освещением здесь фигня. Логово изложенного короля. Что ниже? Ясненько. И у нас получается три двери. Давайте тогда начнем, я думаю, с самой верхней. Мне придется идти одному. Потому что это самое понятное дело, что... Сколько этажей здесь? Этажей 7 где-то, получается, я поднялся. Так,
черепки типа загораются классно. А ну. 4. Первый этаж. Подвал 1, подвал 2, подвал 3. 4 подвала. Окей. И он еще, да, разделяет на кучу этих. Минус еще одна муха. Ну, место на самом деле пока что не очень большое. Поэтому я думаю, трудности не должны. С этими хернями лучше так разбираться. Так, еще ниже там не было прохода, не было. Они снова повылазили. Подсюкай. Тихо-тихо-тихо. Ба-б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 а
Да, отлично. То есть здесь у нас уже не амулетики, а вот такие херни, да? Или это одно и то же? А, ну видите, они меня не кусают. Хотя бы. Пока я добро собираю. А, я ж не один его, да, вижу. Что это за чертовщинка? Какой-то демон непонятный. О. Из ящичков скелеты вылазят. А, я там умираю, я понял. Я просто посмотрел. Нет, торговец рыбы может обменять монеты лодочника. Да, они очень какие-то легкие. Не то, что эти скелеты. Так. Ау, вижу. Теперь я вижу. Там точно не ключ. Это невозможно. Там у нас не ключ. Значит, мне нужно отправляться искать ключ. Да, ничего не получается. Согласен. Так, а я ж не могу отсюда ж уже выбраться. Итак. Или могу? А, могу. Значит, нам нужно идти на следующий этаж. Так, кстати, с той стороны ничего. Это есть что-то. Что-то есть. Так, священный свиток. Люди душ. Следуйте в эти направления, чтобы найти тайник с лабиринт... А, в лабиринте. Судьба душ ЮВ. Так, ладненько. Идемте на нижний этаж. Ну, склеп у этого большой. Ага. Добро.
И тут... Ничего. Только сундук. Сундук с ключом, походу. Да. Ключ, сундук. Ключ, 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 ключ. Я было бы быстрее, конечно, заюзать этот. Просто телепорт, да и все. Чтоб отсюда быстро выбежать. Так, ну зато у меня есть ключик, который я использую. А снизу, походу, сам босс. Как я могу понять. Хотя и там может быть босс. Кто знает? Кто знает? Но замечу, что эта херня на меня не нападает. То есть я еще должен как-то управлять временем. Чтобы увидеть этого чудовища. Так. Прежде. Рычаг. Там есть. Чтобы было у меня сокращение пути. А, баги. Немножко багов. Кажись, я спустился уж слишком вниз. Привет, чудики из первого. Так, хилки, отлично. О, хера хилок. Ну, я думаю, с этими разберусь. Так, тихо. Выпускаем со льда. Давай, давай. Отлично. Минус. Я за это хотя бы что-то ценное получаю. Давайте побольше их выпустим. Всех выпустим, да и все. Да, эти даже не показываются, как они атакуют. Бам, 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 бам. Ну, что сказать. В основном мне попадали тапки. Так, а могу я всовывать обычные предметы сюда? Улучшить... Да, могу. Это замечательно. Значит, все это беру. Потом все позасовываю. Да, что... То, что их до хера долго бить надо, это минус. Я думаю, босс меня не разочарует. Я не могу. Тапочков до хера дают. Тапочков дают до хера.
Ну, видите, тут, допустим, земля не раскалывается, а в том болоте, который у нас был в начале, земля раскалывалась. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все, можно атаковать. Ой-ой-ой, не, что вы зажали меня? Там еще маг? Оказалось. Оп. Да, что темная магия не работает. Ты поймешь, что за текстурами, приятель? Пипец тут рукавичек. Чел, давайте я там убью. Вот так я тебя буду убивать. Я не знаю, зачем они там его спрятали. Мне денежки нужны. Хотя и опыта я немного нафармил. Не, ну он огромный. Поехали. А знаете, он здоровенный. И у него щит, замечу. Незаложный король. Окей. Ах, ты ж ё-моё! Нифига себе! То есть у меня только один выбор. Куда его бить? Ты ж ё-моё! Это плохо. Монать, чем ты меня ударил? Ты меня даже не задел. А, обморожение, класс. Да. Чувствую, это будет весело. Конечно же нет, потому что я его вообще не пробиваю, даже мой топорик не так сильно уж пробивает. Ну хотя бы у меня все есть, все хилки на месте. Надеюсь, у него одна фаза. Там два сундука есть. Из тебя, надеюсь, тоже что-то годное выпадет. А, булава его, да? Челик, мне твоя булава пригодится. Так. Так, теперь он ускоряется. А нет! Хера. Ух, ворот. Ворот. А, он постоянно будет щит юзать. Гамнюк. Не, ну, на самом деле, если быстро все делать. А вот это мне не нравится.
Что это значит? А это значит, что сейчас мне жопа будет. Нужно было не подходить очень близко. Ладно, пускай юзает. Так, теперь ускорение он юзает. Да, можно просто у него около ног быть, да и все. Ворот. Ускорение. О, нет! Нихера не ускорение! Обморожение меня только накидал, подлюка. А, у него, у тебя типа защита со всех сторон, я понял. Почему ты меня достаешь? Она это гей. Не, если он такой, то я лучше буду отбегать подальше. Ускорение. Воу-воу-воу-воу! Манать. Да уж. Такое. Это, знаете, типа, дай ему ударить сильно и потом отбеги. Так он гамнюк. Меня убил еще. Так, у него есть все-таки вторая фаза. Это хорошо, что он не создает ледяных тварей. Он делает какой-то ураган. Но ураган мне точно коцнет. Я понял. А сразу вначале меня отпиздил, чтобы добить. Что мне с тобой делать, приятель? Если бы у меня был бы Таскиром, то би было бы пиздан, лич. Блин, ну здесь, знаете, будет такая херь, как битва между двух оружий. Либо булаву я буду использовать, вот это что у него, либо буду юзать тут топор. Ну, мне скорее всего булаву дадут, потому что в основном только оружие дают. Как он, вот ты меня достал, черт! Как он, чем он меня достал? Я просто не могу понять. Может это, слышите? Когда он это юзает, чисто около него быть. А ну, давай. Да, просто буду около него. Там. Еще. Короче, под него прыгаем. Успел. Успел. Да, он просто прыгает вперед. Вау, 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 вау. Молодец, молодец. Уворот. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь лучше заюзать.
Вы чё, чё? Я... Что? Что? Ай, блядь. Всё было хорошо. После он меня цепляет ударом. Бьет сильно. Поэтому потом замораживает. То, что я был не около него. Это жопа. А еще я до второй фазы не дошел. Не, ну, давайте будем адекватным. Босс довольно легкий. Вот что он сделает? Все, он ничего уже не сделает. А, ну теперь сделает. В этот момент, по идее, его мог ударить. Ну ладно. Все, главное, чтобы меня опять в тех камнях не зажал. Бэц. Короче, когда только он сильно будет делать, буду к нему подходить. Ага. Вот так, он меня чуть не задел. Задел было плохо бы. Ага. Приятель, молодец. Я замечу, что его толкаю. Угу, давай. Сильную. Так, теперь ускорение подрубаешь. А нет, решил не подрубать. Окей. Мне же лучше. Может отхилиться? Ах, обманщик. Видишь, какой обманщик. Рано, да? Ой. Ты что? Удар принял. Это было плохо. Ладно, не буду слишком сильно к нему подходить. Давай. Вторая фаза, да? Вот это дерьмовая фаза. То, что он мне ее цепляет. Так, отхилится. Сука. Тихо, нужно валить. Так, мне хилок на все это не хватит дела. Мне это дело на все не хватает. Придется когда-то ульту заюзать. Бля. Все. Тихо. А, это сильная была? Окей, то была, оказывается, сильная.
Тихо, готово. Так, мне нужно сразу сбегать отсюда. Молот поднимает. Мне нужно в этот угол бежать. Он не достанет. Он заряжает сильную, я прыгаю. Так, отлично. Так, раз. Два. Я плюс еще кританул по нему. Так, валим. Да-да-да-да. Вау, воу-воу-воу. Он обычную решил сделать. Этот гаденыш решил обычную атаку сделать. Я этого вообще никак не ожидал. У него третья фаза есть. Так, валим. Раз. Два. Ладно, пускай сначала его сюда пригоним. Ой, меня чуть не задел, там немножко оставалось. Окей. А где это контратака? Ну, я не боюсь уже его. Он меня все равно не достанет. И ему скоро уже конец. О, или мне конец. Если пожадничаю. А знаете, если я сейчас сдохну? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Скипетр, так, Незложенного короля. Аргут, Незложенный король, выковал эту палицу, чтобы сразить ею свою, так, ненависть врагов. В Скипетре содержится суть холодной ярости Аргула, который зарождается врагов при каждом ударе. Почему я его не мог суператаковать? Ладно, и так сойдет. Ну, что сказать, на самом деле босс очень бронированный. Если у вас нету такого оружия, как у меня, вам тут просто делать нечего. Можете отсюда просто уходить. Потому что это жопа. На самом деле, это невозможно. Враг такой довольно слабый. Давайте я посмотрю на его урон. Да. Ой, так он 20 уровня, он такой дерьмовый. И его нельзя прокачать. Да уж. Улучшить. Вот это мне нужно, короче, до конца. И сколько уже 500 урона. Не, ну понятное дело, что я буду юзать. Здоровяк без головы. Так, ну, в принципе, с этим мы разобрались. Сейчас поднимемся наверх, я посмотрю, скорее всего, не могу я убить того черную херятину. Если нет, тогда мы побежим с вами наверх, у нас еще есть целый этаж снизу, в подвальчике. Поэтому туда пойдем. Черного духа я не знаю, почему я не могу убивать.
О. Эть. А, окей. Так, теперь нам нужно идти вниз, самый последний этаж, и можно, в принципе, отсюда выбираться, считая, что мы уже все сделали. Атю. Да я глупанул. Мы же с вами потом возвращались на первый этаж. Так, и здесь у нас врата. Там закрыто. Не знаю, я читал, что некоторые жалуются, что его нельзя убить. А нет, то жаловались, что они не могли не убить этого красного, которого мы убили в прошлой серии. Сейчас я их доубиваю, ребят. Можно, в принципе, заканчивать, я думаю. Врата все-таки, да, непонятно. Скорее всего, может, это миры. Мне нужны ихние серые вещи, чтобы я мог улучшить. Ай. И вернулся. Так, готово. Ботинки, ботинки, рукавички, рукавички. Я уверен, что у Вульгрима есть ключ, и просто так он с ним не расстанется. А, так мне нужно у Козерога это брать. Окей. Это несколько, да, у нас ворот оказывается. Ну, запомним, что у нас здесь такое место есть. А насчет Вульгрима не беспокойся, мы сейчас улучшим до конца. Остальное все это... Так, по карте. Сейчас я туда телепортнусь. Ну, все, перемещаемся. И, в принципе, можно заканчивать. Потом я телепортнусь обратно к склепу и пойдем. Так. Сразу. Вызначить миссию. Готово. Где торговец? Он же наверху был, да? Кажись, он уже умотал. Но я помню, он точно был... А, вот он. Почему его не подсвечит как торговца? Прошу, выбирай. Так, смотри. В принципе, Ирка за 8000. Да продам, нахер она мне нужна. Ну палец за выше гонить. Не. Купить. Ну, коса, вы видите, сами херовые. Это он ничего взамен не даст нормального. Здесь может быть. Противляемость, шипы. Чипы какие-то, ладно. Херовые талисманы. Вон, можно хилки купить. Мне кажется, я повыбиваю все равно с рогов. Может, ты мне отдашь то, что мне нужно, слушай. А. Приветствую, друг Страх. Все, ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.